Thank you very Welcome, much, Shashi. Greetings to welcome. all you Ну что, успели? Ну, у нас новый спонсор, я смотрю, у Riot Games появился Ready, надпись какая-то там была сбоку. Уж не знаю, к чему это относится, а возможно это твичевская тема. Нет, не твичевская, на этом экране, кстати, этой рекламы нет здесь сбоку. Ну ладно, так или быть. У нас здесь высмеивает немножко рост своего партнера. Блин, забыл, как этого нового парня зовут. Пока еще к его нику я не привык, но мы успеем к нему привыкнуть. Вот он новый, он за место Дефиша на официальную работу был взят. Дефиша никуда не делся, он будет периодически появляться в комментаторах европейского чемпионата. Не волнуйтесь. Ну вот он сейчас немножко высмеял, говорит, я не могу уже сидеть, мол, на табуретке, чтобы казаться не таким высоким. Ну вот. Кстати, давай, Кирси Паладин, рассказывай. Я слышал, ты что-то там хотел про Тарика. Сделаем мы Тарика озвучку, не волнуйся. Я выберу самый полезный голос. Просто не сейчас мы это будем. Ты стал новым боссом. Да, ребят, кто босс, тот и заказывает музыку. А Old Daddy был боссом, он хотел заказать музыку. Но, видимо, забыл, либо не нашел, я так и не понял. Почему, если Геральтка убивает ингибитор, то не, то не засчитывает... Кому чего не засчитывает? Герой не засчитывает? Не знаю. Не в курсе. Ну что ж, Джайнсы. 1-3 у них в этом сезоне. Ракаты у нас идут 2-2. В чемпионате Европы не так все складно, как в чемпионате Америки. Чемпионат Америки опять похож на... Каждый может выиграть каждого. Каждый может проиграть каждому. Потому что лидеры сейчас там идут несколько команд со счетом 3-1. Ну и, по сути, несколько команд идет со счетом 2-2. Ну и две команды со счетом 1-3. Это команда Cloud9 и... Не помню, кто еще. Opti Gaming вроде бы. Только что статистику как раз проверял. Ну так вот, там все может поменяться. В один момент команда, которая в аутсайдерах, может вырваться в топы команд, а другие команды наоборот. Прошло всего 2 недели, соответственно, 4 игры, максимум можно было заработать 4 очка. И статистика 1-3 это уже не оптимистическая статистика для команды Giants. Это уже показано, что они идут не в правильном направлении, уже надо что-то менять. И вот посмотрим, что они поменяли к этой игре. У Ракат победа-поражение, победа-поражение, но они играли и с лидерами, и с аутсайдерами, поэтому результат полностью в руках команды Giants. Если Giants хотят становиться лидерами, они могут зацепиться за игру против Ракат, ну а если нет, то нет. На нет и суда нет. Что же касается абсолютных лидеров, они будут сегодня играть. Это команда Fnatic, у них 3-1, это команда G2, это 4-0, и команда Misfit, они тоже идут 4-0. Но любопытно, что одна из этих команд сегодня потеряет свою лидерскую, лидирующую позицию. Это команда, это в матче Fnatic против G2. Там будет 3-1 против 4-0 играть. Посмотрим, как это получится. Может, увидим Атрокса на Rift Rivals? Нового Атрокса вполне вероятно. Rift Rivals турнир, где позволяется все же играть в тестовом режиме, но это не означает, что вы едете туда проигрывать. Тестовый режим, это значит, что вы уже это опробовали, вы что-то можете и хотите это показать. Турнир скорее, ну не то чтобы шуточный, как бы его назвать, турнир такой, не за деньги, за славу региона, но и в общем-то за очки в этом регионе, если аутсайдер будет побеждать, а так по факту, ну например, противостояние Европы с Америкой, кто бы из них не выиграл, это никак не повлияет на турнир, на чемпионат мира имеется в виду, хотя очки там типа учитываются. Ну, если будет, типа, постоянно Америка проигрывать или постоянно... Ну, в общем-то, Америка в прошлый раз выиграла. Ну, давайте, постоянно Америка будет выигрывать, потом на чемпионате мира Европа проиграет, потом на MSI Европа проиграет. Вот тогда риуты задумаются. А пока рано об этом думать. Страту палить предлагаешь, что ли? Ну, да. Предлагаю попалить страты немножко. Скажи, а Misfits в лучшей форме сейчас, чем Schalke 04? Да, абсолютно точно. Schalke 04 борется с тем, как бы вообще побороться за... Борется, чтобы побороться. Каламбуры уже пошли такие странные. В общем, они борются просто, чтобы не вылететь из чемпионата. Ну, вылететь нельзя, ну, типа вот в плей-оффе остаться. Но никак не за первое место. А Misfits просто великолепно. По мне, это сейчас самая сильная команда в Европе. Ну, по крайней мере, была на патче 8.1. 8-12. 8-12 у нас продолжается.
посмотрим, как Мисфиты продолжат играть. Мета ведь меняется не только из-за патча, вы знаете. Мета еще меняется и из-за Солуку, и из-за других регионов. Другие регионы перешли в милишных чемпионов почти все сейчас. Все чаще мы с вами видим сетапы не 3-2 и не Фуналинг. Фуналинги остались, 3-2 сетапы остались. Они вот друг с другом борются. А мы все чаще теперь видим сетапы 3-1-1 с кучей брузеров. Именно то, что сейчас ракаты выбивают себе. Обратите внимание. Я на банной пике особо не смотрел, но... ну, не рассказывал. Смотреть-то я смотрел. Но вот оно. Вот оно. Видите, что происходит? Атрокс на топе. Милишник. Камила в лесу. Милишник. Ирелиан на миде. Милишник. Ирели может, конечно, и на ботлейн пойти с Нидали. Хотел сказать Нидали. С Леона. И последний чемпион для команды Ракат должен быть все же какой-нибудь маг. Физический урон. Перебор уже будет команда Ракат, да. Но тут вроде как годится еще Дариус против Джакса. Но они уже выбили себе топера, поэтому менять не решаются они. Ну что ж, это... Лебединая песня, да? Так ее называют. Колыбельная лебединая. Колыбельная, скорее, песня. От Роксу из уважения к нему, потому что в патче 8.12 он еще старый. Рип старый от Рокс. Теперь у нас новый от Рокс. Вы только что его видели в Солуку от меня. Ну, вроде как работает. А как же Дариус Бот? Да, Дариус Бот тоже можно было сыграть. Ну, вот такие вот милишные сетапы очень хорошо работают с Тариком, конечно же, и с Брауном. И против них хорошо работает Тарик и Браун. Ну, посмотрим. Ни один из саппортов этого не взял, зато Леона появилась. Леона, который накидывает пассивки, у которой куча ЦЦ-эффектов. Но команда Giants играет стандартной схему 3-2. Два керри, три ютилити чемпиона. Там, по-моему, у них два танка, да, было. Сиджуани плюс Рейкан. И один брузер, который может сплитпушить, это Джакс. Но вряд ли он будет заниматься сплитпушем. Он скорее будет такой полутанк Джакс, который просто сгруппится в один момент со своей командой и будет работать над общим делом, над объектами. Типичная комбинация седьмого сезона. Да, правильно, Скайри, привет тебе. Ты вообще, я смотрю, не пропускаешь трансляции. Чё ты такая? Иди бухать. Сегодня пятница. Ну, кстати, да, сегодня же пятница, я же не ошибаюсь. Да, сегодня пятница. Пятница, Европа, чемпионат. И нам показывают студию, где... Воу, вы видели эту блондиночку? Как перемотать? Блин, перемотать нельзя. Она где-то, короче, здесь сидит. Вот здесь вот где-то сидит блондиночка. И я хочу ее посмотреть еще. Любопытно, вот есть в интернете эти темы. Слышали про чемпионат мира, и там был парад перед чемпионатом мира, и конная милиция, там, ну, полиция была, и девушка там на коне была, и, мол, все японцы, и, да, вообще почти все азиаты зафанатели, начали постить ее фотографию везде в сети, и начали ее искать через сеть. И ведь нашли же. Нашли же черти? Мне просто интересно, вот как это работает. То есть вы просто берете, фотографируете и через какие-то супер поиски запускаете поиск этого человека? Как это вообще работает? Нанотехнология. Технологии нянек. 0-0. Первый урон нанесла команда Giants, но это далеко не First Blood. Это даже не первая кровь. Знаете, что кровь только после смерти происходит. Есть сервис, который по фото ищет порнографию с человеком. Ну, в такое я верю. Цель не дам. Ну вот. А я надеялся найти с собой порно. А вдруг, ребят, всякое бывает. Нет, ну Google картинки это не то. Там он почти полное совпадение ищет этой картинки. Первую кровь пролил Владимир в руках, но сядь не его. Ну, хотя он действительно мог ее пролить, ведро крови взял с собой, такой уронил, блин, говорит, пролил, ребят. Леона пытается добраться, включила фонарик, бегает с фонариком, Барт не поставил серный косолот, и напоминаю, что сейчас у нас сражение, обе команды номинально считаются с неплохими мидлейнерами и с неплохими топлейнерами. Два корейца, Руин против Профита играют, оба корейца, кстати говоря, пробовали с командой СКТ, один даже в команде СКТ оставался, Руин потом уехал, и скорее, я так понимаю, он даже толком не поиграл там.
и уехал в Европу. У обеих команд довольно слабые джанглеры. Вот как бы там меня фанаты момента сейчас не закидали сосиськами своими в фотографиях. Я просто увидел сосиську у Леони на этом. Она с этим скином играет. Улыбнулся. Ну так вот. Но у них сильные мидлейнеры и сильные топлейнеры. И, кстати, любопытно, что у обеих команд по факту азиатские такие вот вложения произошли. Ну, кроме Джайнсов, они чуть-чуть поменьше вложили все же в азиатов. У них один только легионер, а второй, но он уже давно не легионер. А вот что касается ботлейна, обе команды, очень слабым ботлейном обладают. Почти всегда эти ребята проигрывают на боте. Стилбэк более такой стабильный игрок, но при этом пока не пришел туда Сир Нюксалот, это новый у нас игрок на роли саппорта. Этот ботлейн вообще никогда не выиграл. У нас Олэн 2 на 2 не будет здесь сражения. Я вижу, что подходит там у нас Камила и Сиджуани, и разошлись миром. У нас единички и двоечки, их партнеры. Кстати, обе девочки, обратите внимание, какая у нас здесь. Полигамия такая интересная происходит. Ну, не поле, а... Ну да, все верно, кстати, полигамия сказал. Я на секунду подумал, что я моногамия сказал. Такая классическая. Мужики сражаются, девчонки фармятся в лесу и на миде. Девчонки, ну ладно, на боте не так хорошо. Хотел сказать, девчонки помогают, а там мужики сражаются. Ну, хотя ладно. Можно сказать, и... вы же помните этот... ролик между Зайей и Райканом, где она сказала: «Теперь понятно, у кого здесь яйца». Это дословный перевод фразы. Так что там тоже все верно. Девчонка вот одна пошла чистить варды, а вот девчонка и ее парень Зая остались на боте. Решили с Владимиром ничего не делать. Но они ничего не могли, там большой пак крипов подпушивался. A big reason why he is allowed to step up to the plate a little bit more is because Norskaren has been all over the map in the first play he played. Но пока я могу только отметить, что начальная стадия игры должна быть за команда Rakat. Мидгейм вроде тоже должен быть за команда Rakat, а лейт, конечно, они должны проигрывать. Потому что все же номинально сетап 3-2 более консервативный, классический. И получается, что в лейте он не просто так был придуман, понимаете. В лейтгейме после 35-й минуты такие сетапы не проигрывают. Ну, почти никогда. Примитивный Владимир эксплуатирует Леону. Но она еще и кулинарией не страдает. Неплохой здесь поук будет от Бетти. У Бетти еще протобелт. Протобелт еще немножко урон нанес. Хотя, по мне, это была ошибка. Что-то в стиле, знаете, ой, мне выпал протобелт, надо его потратить. Потому что убить ты Бланка не можешь. Бланк все равно сейчас пойдет на рекол. А протобелтом можно было запушить эту линию, которая сейчас подойдет. И меньше потерял бы времени. Соответственно, больше бы фарма потерял Бланк. Но Бланк очень сильно там страдает на этой линии. Ярелия... вроде как считается неплохой контр-пик к Зои. Но, возможно, было там чем-то связано с неудачным разменом. Профи дает ульту, цепляется за руин, начинает его избивать. Через стенку, через флэш! Набирается момента. И где же его Сиджуани? Где свинина? Свинины нет, ребята. Команда Rakat зарабатывает килл. Ошибка ли это Сиджуани? Ну, скорее да, чем нет. Но очень хороший ганг сейчас организовал у нас Камила на топе. Он хотел делать тауэрдайв, но линия не была подпушена. Джакс ее фризил. Профит начал all-in, нажал свою ульту и через стеночку с флешом. Посмотрите, как красиво он это сделал. Он уже готов был уходить на кол, потому что линия не пушится. И тогда Профит говорит: я за улыню. Я абсолютно уверен, там именно так шел диалог. Я за улыню, не волнуйся. И он через стенку с флешом цепляет руина. Потому что хотелось как-то попроще через тауэрдайв, но не получилось. В итоге First Blood за команда Rakat, килл достается Профиту, и это плохо. Я не знаю, если честно, противостояние Jax против Atrox, тем более старого, теперь мы не сможем сравнить статистику. Но вроде, так, по воспоминаниям моим, у Atrox это не самый легкий матчап, то есть это скорее скиллбейс с перевесом Jax в сторону. Из-за отмены автоатак, хотя у Jax есть, конечно, тоже свои минусы. Он не может два раза убивать, его ульта не сможет два раза откатиться. И, соответственно, эскейпы у старого Трокса не хуже, чем у Джакса. Замедление, подкидывание, все есть.
Интересная история, как Камила так хорошо пофармила, чтобы гонять Серджу по опыту. Ну, она в килле поучаствовала в убийстве, поэтому она обгоняет. А вот насчет того, что она вообще умудрилась выровняться по фарму, это скорее надо пересматривать повтор, как Сиджуани бегала по лесу. Думаю, там было слишком много потери темпов. То есть она туда-обратно бегала. А, такое дозволительно только если вы очень сильно боитесь лесника оппонентов. И мне кажется, здесь влияние большое оказало на Джока сегодняшняя игра корейцев. Сегодня корейцы, по-моему, два раза, да, играли. Камила против Сиджуани, и в обеих этих играх Камила просто заходила в лес Сиджуани и постоянно ее пыталась убить. Один раз даже успешно. Два раза она, кстати, даже успешно ее убила. И, как следствие, наверное, Джока посмотрел эти реплеи, испугался, что Момента будет делать то же самое, ведь Момента тоже наверняка смотрел корейские игры за несколько часов до этого, и такой решил про себя: да ну нафиг. Пойду какими-то квадратно-гнездовыми путями фармиться, и тогда у меня все выйдет. Ну, вот квадратно-гнездовыми путями пофармился, минус 5 фарма, левел отставания, и ганг успешный от рака. Но, с другой стороны, он зато жив. Ведь, вспомним результаты тех игр, в обеих победили Сиджуани. Так что, с точки зрения статистики, Сиджуани оказалась сильнее Камилы. Но это было связано с тем, что недостаточно Камила сноуболила игру. А может быть, это окажется другой. Что ж. Нет, ничего ж. Джок, кстати, выходит на мид, он 6 уровень. И, ну, вот Умти, вот как раз, кому интересно, что это за игра была. Умти играл как раз на Камиле. Очень классно провел начало. Нам говорят, что Steelback ни разу на чемпионате Европы еще не сыграл ни на чем другом, кроме как на Адекере. И когда у него на Адекере троечка, kill participation 65% с копеечкой, урона очень мало, и урона в процентном уровне относительно своего, своей команды тоже очень мало, меньше 20%. И у нас здесь All-In минус Владимир. И мы не успели посмотреть статистику про Бетти, которую показывали, где Бетти 1 в 9 играет. Он там 40% урона своей команды наносит. Ну, когда у тебя такой Адекери, кто-то должен брать на себя, конечно же, эту ответственность. Ну, про Стилбека я говорил. Он просто стабильный парень, который не будет умирать на линии, за которого можете не переживать. Очень хорошо у Джайнсов началось все в этом матче. Джакс пока не страдает, а учитывая, что этот матчап вроде как за Джаксом изначально, он себя должен чувствовать хорошо. Камила не продолжает его дальше сноуболить и не пользуется 6-м уровнем. Она уже 7-й. Понимаете, она Джакса не загангала, будучи 6-м уровнем. Она уже 7-й, продолжает фармиться. После 7-го и продолжительного фарма, скорее всего, сейчас пойдет на рекол. Джока здесь ожидает вот 2 на 2 битву, а давайте посмотрим, как умер эстонский Адекери. Ну, да, выжить здесь никак нельзя было. Я думал, может, был бы шанс какой-то, но нет. Идеально Сир Нюксалот прыгнул, чарм дал с подкидыванием, после этого переключился на Леону и ее зачарно. То есть даже Леона не могла в ответ ничего дать. Ну, нельзя было этот куст упускать, конечно, из-под контроля. Тоже важно, почему у тебя куст ближний не заваржа. А там даже пинг стоит у команды Giants в этом кусте ближнем. Да, нам просят у нас английский комментатор, чтобы Бетти показали статистику. Ну вот, kill participation 85%. Из них в чисто убийствах он поучаствовал 56%, где он убивал именно. Он финальный урон наносил. И общий урон относительно своей команды 37%. Почти 40%. Это для middle чемпиона в нынешнем мете крайне высокие показатели, потому что вы помните, что сейчас в основном Ирелия там играется на миде, Галио, самые популярные такие медлейнеры, ну, либо фунелинг стратегия. Ну, фунелинг — это отдельная история, ее Джайнсы ни разу не показали, потому что они играют через настоящего Декери на боте.
Соответственно, получается, что Бетти ни разу не получал Power Farm. Опа! Хорошая инициация. Это, кстати, может плохо кончиться для Нюксалота. Он двумя прыжками Ignite, но догорает. Правда, у Норскерена большая проблема. Теперь приходит сюда момент, а подкидывание делает Руина, цепляет. И надо давать, конечно же, на ульту на него, чтобы он никуда не ушел. Поздновато. Почему так поздно? ТП идет от профита. Ты бы еще, блин, перекурить там пошел, я не знаю, перед тем, как давать свою инициацию. Очень поздно, ребят, пролетает профит. И хорошо, если он не умрет. Снимает с него пассивку. Прибегает сюда Ирелия. Дает ульту по всем, но что это? Так. Мы сегодня смотрели корейцев. И мы видели, как плохо и нескоординированно играла команда Generovitz. И вот ракаты сейчас сыграли именно так же. Профит как будто не слышит и не видит ничего. Пролетает на 30 секунд позже, чем этот тимфайт. И Релли пробегает, дает ульту, но никто с ней не собирается туда идти. Очень нескоординированная игра. Не знаю, как это еще отметить. Вот здесь уже должен был нажимать от Рокс ТП. Вот прям в этот момент нажимать телепортацию. А не сейчас. И он даже не сейчас ее нажал. И не сейчас ее нажал. Вот он только когда ее нажал, ребят. Он хотел ФБ-вышку сделать. Допустим. Но тогда зачем ты прилетаешь до конца? Доделывай ее. О, пошла инициация. Подкидывание идет по профиту. Стан прописывает руин по одному всего лишь игроку. Замедляшка будет. Да, цепляется. Сейчас у момента должна Ешка откатиться. Не убежит уже здесь Джакс никуда. И эта ФБ-вышка должна быть, если нигде в другом месте ее не успеет забрать команда Giants. Они хотели забрать ее на миде, но туда Леона пришла и остановила этот процесс. А вы почему вышку-то не забираете? Окей. Ну, видимо, был какой-то план оставить эту вышку открытой, чтобы потом забрать, может быть, еще раз Джакса. Потому что из-за вышки он теперь будет заходить далеко, и они типа на свапе это сделают. Ну, я не знаю. Не приставайте ко мне с этим вопросом. И не надо мне тут говорить, что вот Сиджуани с этой прибежали туда, их бы там убили. Это мы с вами знаем. Они даже понятия не имели, где находится Сиджуани с Зои. Зои была на меде и пропала. Сиджуани может быть вообще где угодно. Леона, например, оставила Владимира в одиночку. В итоге вышка упала, но по другой уже причине, а потому что Джакс подумал, что это коварный план. Знаете, это какой-то такой парадокс. Я не знаю, как этот парадокс называть. Парадокс Ракат. Давайте я его так назову. Потому что они сами вдвоем не добили вышку. Из-за этого Джайнсы подумали, что это ловушка от команды Ракат. Решили не защищать эту вышку и дать Атроксу ее потом добить, когда он передумал делать рекол. Он подошел, добил эту вышку, и Джакс теперь пошел только запушил. Но мы-то с вами все видели. Они не добили, потому что, ну, как будто не увидели, что там нет здоровья. Джайнсы готовились сначала это защищать, потом поняли, что это ловушка, начали отступать. Это настоящая игра Шерлока Холмса и Мориарти. Напомните этот фильм Гая Ричи, где они в шахматы играли. Mind Games. На самом деле фигуры даже не двигали, а просто играли в шахматы. Друг друга переигрывали анскиллом. Ну вот здесь также похоже. Минусушка на миде, кстати, без боя. Нет, с боем. С боем. И Бланки очень не хочет эту вышку отдавать. Прописывает сам хороший по Бетти. Но прыгать особо у него не получается. Где же там Леонина-то ульта? Она будет воевать? Вот. Леона дает ульта. Моменто погибает ли? Нет, он остается в живых. Потому что у него Жонька. Откуда у него Жонька? Я вообще не в курсе. Надо посмотреть. Он серьезно купил Жоню? Его почти убил Джакс. Джакс сам только что с этого прифигел. Да, там Жоня, ребят. За 600 золота. Золото купил себе ее. Guardian Angel вторым предметом, соответственно, собирается делать. Ну, возможно, кстати, хорошая идея. Если честно, вообще здесь все чемпионы, кроме Леона, могут делать Guardian Angel, и они идеально подойдут. Вот моментик, видите, не попадает здесь нормально своим скиллшотиком. Сейчас от стенки прыгает, опять не попадает и решает все же. Черт с вами, дам ульту по руину, может так хоть убьем. И умер бы, если бы не песочные часы. Это был второй фильм «Игра теней». Ну да, я всегда вам рассказывал, что второй фильм был отстой, потому что они убили Рэйчел МакАдамс. Нельзя убивать Рэйчел МакАдамс.
Понимаете, если вы хороший сценарист и сейчас смотрите мою трансляцию, и у вас актриса будет Рэйчел МакАдамс, и вы увидите, что в сценарии написано «Убить Рэйчел МакАдамс» первые 5 минут фильма, рвите этот сценарий, идите к сценаристам и говорите: «Вы идиоты? Кто же убивает няшку-милашку в начале фильма? Кто же останется-то дальше смотреть этот говнофильм? Вы что, реально из-за Дауни-младшего думаете, люди придут смотреть Шерлока Холмса?» Глупцы. Только ради нее я шел смотреть фильм. А Роберта Дауни-младшего я могу и во «Мстителях» посмотреть. Кто это такая? Ну, это любая красивая актриса, скажем так. Просто, чтобы ты оценивал. Ну, нельзя убивать в начале фильма красивых актрис. Если это не ужастик, кстати говоря. Вот, такие дела. Скажи, как зовут? Так Рэйчел МакАдамс ее зовут. Как зовут? Что из этих слов тебе непонятно? Это имя и фамилия. Скажите это Дэдпулу второму. Но весь фильм она потом появлялась. Вот не надо ля-ля. А потом оказалось, что он время перемотал. Ой, я спойлерю. Ну так вот, короче. Там не было такого в Дэдпуле втором. От убийства красивых актрис ужастики ведь становятся только ужаснее. Да, как бы в этом есть логика. Ужастики должны становиться ужасными, и как раз идеальный сценарист там выбирает тему. Ну что ж, у нас 1-4. Давайте смотреть уже саму Лигу Легенд. Немножко было послаблений в сражениях. По вышкам поработали обе команды. Сломала Джайнсы вышку на ботлейне. Вышку так и не смогли поломать у нас ракаты на миде. Поэтому счет по вышкам пока в минус им идет. По фарму жестко проигрывают, да, у них на топе проблемы, в лесу проблемы, но при этом АД Керри вроде перефармил. Но опять же, Хик играет, не, как мне кажется, неправильный немножко билд на чемпионе Владимире. Надо начинать с Рабадона, либо с Протобелта для более четкой запушивания линии. Он же начал у нас Спеллбиндера. Спеллбиндер обычно собирает вторым, а то и третьим предметом, когда у него реально уже нет проблем с добиванием крипов, а нужно просто настакиваться. Ох, как здесь поймали Владоноса, и он... А нет, не Владимир, подождите, мне кажется, это Владимира поймали. Нет, это была Трокс. Ну, другой у нас тоже демон команды Ракаты. Этого демона довольно быстро убили через ульту Сиджуани. Не было вардов у Ракат в той части леса, потому что они обороняли краба и хотели забрать именно его. Ну, с другой стороны, они краба забрали, выполнили свою работу. Момента тем временем не хочет доделывать себе Guardian Angel, тот самый, который спас его в одном из сражений. Часть у него была собрана, и дальше он сейчас идет, видите, в стирак. Но не знаю, тогда это не совсем крутая вещь, она его толком не окупила. Просто по мне, если вы начинаете делать Guardian Angel, ребят, если вы придумали себе Guardian Angel в билде и купили вот эту уже часть составляющую, то пока вы ее не потратите, нет смысла доделывать Guardian Angel. Но как только вы ее потратите, доделывайте до конца, потому что у вас просто бессмысленный предмет стоит. Профит у него была Геральтка, помните, они разменяли ее на вышку на ботлейне, а вызвала ее и сейчас пытается вместе с ней отыграть ботлейн, а в этот момент команда Ракат пушит мидлейн. Самое любопытное, что есть у профита телепорт, и он может прилететь команде помочь, правда, некуда лететь. И сами понимают, это Ракат, а куда ему лететь-то? Вардов нет. А вот только сейчас они поставили пинг вардом и ралли. А зачем еще один пинг поставил Бетти? Там же уже был один. Ну ладно.
захотелось. Пропушил у нас от Рокса ботлейн. Смещается к своей команде на мид. Здесь немножко ловит Леону. Бетти будет пытаться прыгать. Страшно, конечно, страшно. Там момент в тебя ворвется. И решает они сами ворваться в момента. Не очень удачно. Сербник Салут никого не зацепляет, кроме Норскеллина. Тот отфлешивается, потому что у него был авторшок. Тем временем Релли подпушила топ-лайн. Придется Джаксу сейчас туда отправиться. Либо кому-то из команды Giants. А следующий дракон, вы видите, будет всего лишь Клауд. Но это все равно дракон. Это объект, и за него надо воевать. Ой-ой-ой-ой, фейсчек. А что? А у них не было варда сверху, я только сейчас заметил. Это интересная ловушка от команды Giants, которые сидят в кустах снизу, но при этом на хайграунде у них нет вардов, чтобы вылавливать игроков, которые идут фейсчекать это место. Очень не доигрывает команда Giants, но я не могу похвалить в ответ команду Rocket. Ну и, наверное, хорошо, что мы первый матч именно такой смотрим, потому что мы пока еще бодрячковые, пока еще на разогреве, можно сказать, вот, гораздо страшнее будет смотреть. Гораздо страшнее было бы смотреть, если бы это была пятая игра сегодняшнего дня, и вот такой мусор после там... вот фанатики из G2, допустим, то, что будут играть. Они, кстати, пятыми будут играть сегодня. Рио, ты понимаешь, насколько унылая эта игра, и нам уже реклама пускает пятой игры. А у нас здесь момент прорвался. Они, кстати, до появления пинкварда сюда прорвались. Никто не знает, что они сидят в этой ловушке, и интересно, сейчас могут врыв организовать. Правда, не поджог это делать, конечно. Не поджог, точили они эти клинки. Да, уходят. Посидели такие на пеньке, ребят, и решили, что оно того не стоит. А я не знаю, почему они решили, что оно того не стоит. За этот all-in можно было, ну это мы с вами, конечно, видим, можно было убить Джока и уже дальше думать о ловушке на Нашоре. Ну а на крайняк можно было очень сильно надамажить оппонентов, забрать вышку на миде и думать о драконе. Скорее всего, какая-нибудь корейская команда бы это и сделала. Но ракаты бабаялись. Момент я решил не в танка идти Камилу. Найдет Trinity Force, пока только мозаику собирает. То есть Guardian Angel это была ситуативная покупка за 600 золота. Единичное спасение. Ну, именно в той игре это помогло. Ой, в той игре, в том тимфайте. Правда, сейчас вышка падает. У них нет дальнобойного чемпиона, который бы мог крипов отпушить. И команда Rocket понимает, что какая-то чушь получилась только что. Они отдали вышку без боя. Оранжевых чемпионов нет. Им надо только воевать. Им нельзя позволять команде Giants вместе с крипами двигаться по линиям. То есть их надо ловить на подходе. То есть это как раз играть надо на перехвате. Ни в коем случае не давать подходить под вышку. Но это ошибки. Знаете, так выглядит, что ракаты проиграют матч. Я вижу, они не знают, что им делать со своими чемпионами. Теперь только вопрос о том, знают ли Giants, что делать им. Но вроде должны знать. 3-2 играли 7 лет. И разница только в самих чемпионах. А так это тот же самый 3-2, который был и раньше. Два керри, три ютилити чемпиона. Показывают нам, что самые длинные игры у обеих этих команд были там 3-4 минуты в среднем. И не так страшно для нас. Хотя, если задуматься о среднем продолжительности европейской... Не, подождите. А, нет, а про обе команды, да, как раз статистика идет. Что самая длинная игра была у команды Rocket, а самая длинная команда... Ой, самая длинная вторая игра была команда Giants. То есть это вообще самые медленные две команды в чемпионате. Одна играет в среднем 3-4 минуты с половиной, вторая играет 33 минуты с половиной. Так что неудивительно, что они затягивают, но удивительно, что Rocket это делают без late-game сетапа. У них даже гиперкерри нема, если так задуматься. Где у них гиперкерри? Atrox? Ну, это не тот чемпион, которого мы хотим видеть. Как и думаешь, на Просцене есть 3-2-2? Ну, если есть, это очень тщательно скрыто. Были какие-то шумихи про некоторые отдачи встреч.
Но те команды больше не играют в Лигу Легенд. Понимаете, это, ну, мне кажется, что я, наверное, буду очень наивен, но что почти нет. То есть 98% игр проходит без 3-2. 2. То есть никто не отдает матчи никогда. Но это 98%. 2% откидываю я на какие-то вот все же вещи. Потому что это очень легко читается. Это не тот матч, где можно, ну, просто дурачка включить и такой, ой, боже мой, я тут подскользнулся и поэтому не смог забить мяч в пустые ворота. Ой, извините, сегодня я вратарь дырка, ну, замените меня, что поделать. Только счет уже другой. Хорошая попытка врыва от Ракат, но не очень удачно. Возможно, и 3-2-2, да, ребят? Да нет, просто хорошо среагировали, отбежали. Команда Giants начинается 5 на 5 битва, где момент убегает в сторону, так и не прожав нормально свою ульту. Руин делает ответную инициацию и по киламу уходит плюс, потому что здесь еще Бетика можно поймать, но он выфлешивается. Ракаты выиграли эту битву, но они должны выигрывать ее в мидгейме, я про это вам уже говорил. И минус вышка на миде сейчас будет. Ракаты наконец-то ее сломали. 2 килла за одну смерть всего лишь Нордскеллина. Это не так страшно. Сколько там всяких флешей валяется. А представьте, если бы Леона... вот этот вот человек, Бланк, на Ирели не промахнулся свою ульту. А почему они момента не смогли убить? Странно. Мне кажется, они здесь не доиграли с момента. Кто-то не дофокусил его. И в итоге момента выжил. И дальше, видите, без здоровья осталась вся команда Джайнсов. Но они пока еще не готовы были сражаться 5 на 5. И их чемпионам нужно больше здоровья собрать. Им больше уровень нужен. Ой, я случайно дал флеш во вражеский фонтан. Ну да, флеш во вражеский фонтан, либо подвышку. Ну такие, ну, случайности здесь довольно легко читаются и видны. А все остальное ты доказать точно не сможешь, даже если было что-то такое. И даже, знаете, ты не сможешь не то, что доказать кому-то там из букмекеров, ты не сможешь это доказать даже профессиональному игроку, потому что он скажет, ну, блин, бывает, вот Ирелия промахнулась ультой ночью. Не самая сильная Ирелия. Реклос сегодня играет, насколько я понял, нет. Реклоса еще не вернули. Ну а что, зачем его как бы возвращать, если у команды Фанатик прошлой недели получилось, они сыграли 2-0 на той неделе. Мета не поменялась относительно прошлой недели, соответственно, Реклос по-прежнему будет в запасе, Бивипа будет на роли не Адекери, а на роли вот как раз второго мага-волшебника. Сколько же пинквардов здесь у команды Giants вокруг расставлено. Мне кажется, они все деньги работают на пинкварды, ребят. Знаете, как на лекарство есть. Но самые важные варды они до сих пор не выбили. То есть вард на Нашоре стоит, вард рядом с Нашором тоже стоит, вард в кусте тут где-то еще был, ну его Джока, видимо, выбил. А тот вард так они и не заметили. То есть ракаты могут не переживать, они наконец-то вышку на меде сломали. Следующий дракон Клауд, желательно им все же забрать его. Дополнительные 4% скорости передвижения отдавать Джайнсам не хочется в тимфайте, а вне битвы вообще 8% скорости передвижения. Лучше его забрать себе, раката. Кто-то один это может сделать. Теперь они сюда заходят. Зачисткой вардов занимаются. Поставили свой пинг, но тоже не все. Ой, а вот управь-то проблема. Он перепрыгивает. За ним прыгает сердник Салот. Догонит, конечно же, черманет. Но если они не успеют убить его, то профит воскрес. Нет, нет. Не воскрес. Был вард. Профит спалился на этом варде. И посыпалась команда Ракат. Потеряли одного игрока. Теряет все здоровье на момента. Сразу же надо идти, конечно же, на Нашора. И Релли в этот момент продолжает у нас пушить топ-лейн. И вот не факт, что она там останется. Пока она начинает смещаться к команде. Напоминаю, что момента был без здоровья, поэтому он должен был на фонтан побежать. Остатки команды Ракат должны пытаться останавливать этого Нашора. Но... хороший ультабланк, и почему-то ракаты... Ой, извините, почему-то Джайнсы отступили. Нордскеллин дает ульту, и реально Джайнсы испугались и отошли. Там осталось, если мне не показалось, меньше 5000. И они испугались трех игроков, ну хотя... это опасные игроки. АОЕ ульта Леоны...
А теперь вообще-то хороший шанс у команды уже ракат сделать этого нашего. Сегодня Ксалот пытается поймать. Он убегает в сторону через стеночку. И профита здесь не ловит. Будет ли он начинать ракаты делать этого на шорт? Ну, по крайней мере, вижу, они зачистили. Устраивают ловушку. Нету вардов. Будет фэшчекать серный ксалот. Его тут же ультой цепляет Камила. Правда, у Камилы проблемы. В нее тут же другие скиллшоты полетели. Но это не имеет значения. Потому что Владимир отзонил тех игроков, которые могли бы убить Камилу. А вот следующая игра, говорят, будет Мисфиты против Шальке 04. И ну, сегодня я говорил вам, что мне кажется, Мисфиты выглядят лучше всего в этой мете. Они как раз играют тоже брузерную стратегию, как и ракаты. У нас в Европе три лидера. Все три лидера играют разные стратегии. И ну, стоит, наверное, отметить. Подождите, давайте посмотрим повторы, и когда будем к этому матчу подходить, тогда и отметим это. А почему на Шора так боятся ракаты тоже делать? Ну ладно. Я немножко скептически отношусь к билду, который сделал Steelback через Stormraiser. Или как он там называется? Blade Razer. Сейчас он добавил, конечно, себе критов, но не знаю. Нет Essence Reaver, который вроде как стандартизацией является. Нету Хурикана у него. Больше мобильности себе добавил, но при этом, мне кажется, гораздо меньше урона у него теперь. Почему фанатики не хотят сместить Реклесса на мид? Не знаю. Возможно, потому что Капс на миде стоял тоже хорошо. И какой смысл тогда Капса отсылать вниз, понимаете, да? Потому что стратегия через АД-керри на миде, она будет работать только через АД-керри на миде. А АД-керри на боте Реклесс никакущий. Хотя мы видели сегодня опять команду Джинджи, они спокойно играют с АД-керри, никаких у них проблем. Но тут в момент небольшие неприятности. Да что ж так его не прет, он все умирает и умирает. Но в этот раз у нас осталось уже к тем временем Реля, которая, кстати говоря, пушила, не отменила свой пуш, а продолжила. Никто идет, не идет ее останавливать. Бланк просто до упора это делает. Это будет размен ингибитора на ингибитор. Но и Рели-то его еще надо убить. Она пока только с вышкой справляется. А команда Giants уже справилась. Надо отменять реколы. Иначе Giants могут даже защитить этот ингибитор. Нет, уже не успеет защитить. С запозданием сделает Реле. Но все же килл. Нету больших глобал ульт у команды Giants, чтобы перехватить Ирелли. Ирелли может просто нажимать рекол. Отошла чуть-чуть дальше, но успеет здесь спокойно стреколиться. На всякий случай еще ставить сюда пинг, чтобы вернуться сюда на телепорте можно было. Либо профиту, либо хику. Потому что есть вероятность, что никто из команды Giants вообще не будет эту часть от вардов очищать. Хотя, мне кажется, можно было чуть выше поставить. Он повторяет билд рулера. А, сегодня рулер именно такой билд делал, да? Я не обратил внимания. Просто до этого играли через Кулин, через этот Фуналинг стратегию на Зай. И там был как раз другой совершенно билд. Тот мне больше нравится. Нет, когда MVP играли с Африка Фриксами. Ну, мидлейн ингибитор потеря, она меньше влияет, я вам про это говорил много раз. То есть мид вы так и так отпушиваете всегда. Ну, на одного крипа будет больше здесь, не страшно. Вот боковую линию неудобно отпушивать с точки зрения макро. Некого туда тоже отослать команде Giants. Оруин нужен в тимфайте сразу, потому что он играет не чистого пушера, а такого полутанка. Джакс, он тут неплохой такой прокастик. Далее надо как бы воевать. А где у нас Камила? А почему Камила на реколе? Я только сейчас осознал это. И, по-моему, это осознала и команда Giants. Но чуть-чуть пораньше меня. Пошла инициация, убивает очень быстро Рекана. Теряют, возможно, еще кого-нибудь. Но это минус только Guardian Angel. И Релия выживет ли после этого? Делает она прыжочек. Застанила двух игроков. И это решающий Балистана. Пытается Камила добраться, чтобы прописать ульту, успевает. Умрет она в Guardian Angel, но это не страшно. Профит делает килл, и Steelback пытается убить, но он все еще кайте, прожимает QSS и показывает всем, что АД-керри все еще живы. Но Момента походит к нему и с ноги режет все надежды команды Giants на победу в этом матче. Это эйс, ребят.
Это тот самый запушенный ингибитор на миде. Посмотрите, где эти крипы находятся. Запушенный ингибитор на топлейне. И где ингибитор вот медовый. Видите, разница. Это разница из-за решала. Кто какой ингибитор разменял. И Релли разменяла в плюс его тогда, и это зарешало теперь игру. Хотя в этом сражении они, в общем-то, разменялись не так плохо. 4 на 3 был размен. Но толку. Ракаты выиграли, да, а Декерри опять не затащил, тоже да. Обе команды не могли быстро на Шора сделать, ну хотя я скажу, что Ракаты могли делать быстро на Шора, но побаивались, у них был хороший урон по нему. Но решили не рисковать. Знали, видимо, они, что команда Giants пойдет на такие глупейшие ходы и дождались этого глупейшего хода, где они пойдут вместо... под пуша туплейна, где там, кстати, вышка убитая, пойдут забирать снова на Шора и проиграют битву. Фредди нам показывает 1-2-2, который, кто не знает, он и владелец, и главный тренер команды Ракат. Давным-давно уже. Ну а мы идем, ребят, на перерыв. После перерыва Мисфиты будут сражаться против футбольного клуба Шальке 04. Думаю, футболист играет не очень. Хотя...